Попытка откупиться от проверки обошлась троим компаниям в крупные суммы. Прокуратура региона в результате проверки выявила нарушение антикоррупционного законодательства. Представители ООО «Ноктюрн», «Альфа-нефтепродукты» и «Нефтепарк», как выяснили в прокуратуре, пытались передать должностным лицам деньги за то, чтобы контролирующий орган в будущем не проверял их деятельность. Суммы взятки составляли от 5 до 50 тысяч рублей. Должностные лица, получатели мзды из Департамента государственного контроля региона, привлечены к уголовной ответственности по 290 статье УК РФ. Взяткодатели наказаны рублем. Юридические лица привлечены к штрафу в размере 1 миллиона рублей каждая. Это минимальная сумма штрафа, которая может быть наложена на юридическое лицо за это административное правонарушение.